Значит, земля в горах уже частная собственность, если кто-то знает, в реалиях она частная. Там все знают, где часть земли. Сейчас самый лакомый кусок – это кумыкская земля. Она самая ценная, пахотная. Она орошаемая. Это очень дорогая земля. Сегодня они ее хотят купить за бесценок. И соответственно, этот вопрос о расслоении общества опять будет переноситься уже в село, из городов уже в село будет переноситься. Это социальный момент очень тяжелый, который имеет нехорошие перспективы. Есть другой момент, очень важный для нас, вообще для чего мы и собираемся. Это национальный момент. Национальный момент уже давно. Кумыки протестуют, говорят про это, про разные проблемы. Вот и руководитель Тагилика здесь очень много отработал в этом направлении. Другие люди есть, которые здесь этим занимаются давно. Но возле дны там. Просто власть умело все это ломает. Это наше собрание тоже важное и нужное. Мы отфиксировали, что мы против. Фиксируем мы это. Но они будут продолжать эту вещь проводить. Хотя это очень незаконно, совершенно незаконно. Наверное, слышали многие, была массовая драка между двумя соседними селами, Тикуни и Гиргель в горах. С убийством даже одного-двух человека. За что люди дрались? Все село практически ушло, оба села. За одну гору, пастбищную гору. И конфликт не останавливался. Удалось остановить только Мамад Салам Магомедович поехал, Маслава сделал, гору взял государственную собственность. То есть люди бьются. Люди одного района, два братских народа, ингуши и чечен, на грани войны за землю. За границу. А мы же своим братским народам все даем. Но уважение и отношения нормальные, там нет никакого интереса нашего, учитывая, никто не собирается. В 2007 году ООН приняла декларацию о коренных народах. В этой декларации написано, 46 там пунктов, в одном из пунктов написано. Земля и недра принадлежат народу коренному, который живет на нем, на этой земле. Конституция Дагестана признает да, кумыков коренным народом, такими они и являются. Это коренной народ Северо-Восточного Кавказа, Израиль здесь живущий. Разве это так? Даже до 80-х годов было понятно, что кумыкский район слово было. Этого слова тоже сейчас уже нет. Это слово хоть говорило, что это район как бы кумыкский. Сейчас этого слова нет. То есть постепенно нас здесь превращает меньшинство в бесправное меньшинство. Поэтому этот вопрос приватизации земель частных. Для нас это национальный вопрос. И мы должны категорически против этой приватизации. И мы на полное право основания имеем на это. И мы должны бороться дальше за этот вопрос. И останавливаясь на вот таких единах. Вот раз собрались и все, что на этом все не закончилось. Все, что я хотел сказать. Подготовиться к решению Ахмедовна.